Сейчас передо мной пройдет Игорь Линк. Пипец, у меня так очко жалость. Ну, в Питере просто все так и живут. Я слезы изгла. Короче, сегодня такой день странный. Вчера мы ходили в футболке, в шортах. А сегодня холодно, я, блин, в пальто опять оделся. Ужасный ветер, блин. Сегодня ужасная погода была, целый день шел дождь. И под вечер мы решили с Аней сходить в кофейню для обзора. Блин, тупо как дети, играемся? Я бы просто как обезьяна, наверное, тыкал бы. Короче, суть этой кофейни в том, что тут все в таком советском стиле сделано. И по сути, тут есть даже печатная машинка, которая работает. Покажи, как она работает, блин. Я помню, как у меня мама так печатала. Да? Да, у меня дома печатная машинка была. Люди разные приходят и пишут тут. Интересно, что тут есть? У России три столицы. Москва, Питер и Оймякон 777. Там принесли еду, и они хотят показать какие-то приборы. Сырники. Блин, капец, без сырники, они не в какой-то панировке. Да. А у меня вот такой вот сэндвич. Не знаю, будет фудпорн или нет. Ветчина, грибы и сыр. Знаете, вот раньше готовили котлеты по-киевски, в той панировке крупной, но то же самое, но вкусно. Было очень вкусно, называется ля... что-то там кафе. Как называется? Ля... мочёр... мортир... ла... ля... мочи... мочи... мочёр... мочер... Я не знаю, подожди. Короче, что-то там на французском. С Аней мы тоже следуем трендам и решили посмотреть новый сериал «Чернобыль». Мне понравилось. Это то чувство, когда американцы воспроизвели Советский Союз, вот этот вот атмосферу и антураж намного лучше, чем сами русские. И вот мне даже понравилось, что там есть атрибутика, которая есть у каждого дома, блин. Ну или была, по крайней мере. Например, вот эти вот железные кружки с отбитой краской, вот эти, знаешь, что у тебя по-любому... Миски вот эти, у тебя были миски такие? Вот такая железная миска белая, знаешь, а там внизу или где-нибудь сбоку там отколота краска. Блин, ну у меня у мамы такого не было никогда. Может быть, у бабушки, но я, честно говоря, не помню вообще. Ну, они просто с аристократической семьи, поэтому у них там только фарфор, серебряные вилки. Это не то, что мы там в деревне хлеб жрали, Аня там икру черную, красную. Ну, в Питере просто все так и живут. Но мне понравился сериал. Кто еще не смотрел, я очень советую его посмотреть. Он очень крутой. Он не фантастический, он больше такой художественно-документальный. Но он очень интересный, мы с Аней на одном дыхании все 4 серии посмотрели. Интересно, мы попадем под дождь? Сейчас передо мной пройдет Игорь Линк. Не, ну круто, да? Вот он заходит. Мне кажется, это очень круто. Вот на самом деле я Линка видел уже, я его уже второй раз видел. Первый раз я его видел на Невском. Ой, не помню когда, короче, Аня там в магазин какой-то зашла, я стоял на улице, ждал, и он, тупо возле меня прошел. Ну, прикольно. Мне нравится Питер за то, что тут очень много блогеров, и их легко встретить на улице без проблем. Осталось увидеть Холландского. Ане сегодня нужно в универ, и я решил проникнуть туда вместе с ней. Не знаю, получится или нет, но я уже один раз так делал, получилось. Влад, там даже никто не спрашивает, я в прошлый раз пришла, дала паспорт. Вы студентка? Я говорю, студентка. Проходи. Ну, так посмотрим. Надеюсь, он прокатит. Всё, я внутри. Пипец, у меня так очко жалось. Он там что-то по компу проверил. Я думал, короче, спалит. Ну, нормально. Благополучно вошли, благополучно вышли. Просто знаете, что перед тем, как куда-то поступать, лучше тщательно проверять универ. Потому что может быть такая же ситуация, как у Ани, что у нее осталось 2 недели до диплома, а ее берут и валят просто, чтобы ее отчислили. Аня, что ты скажешь по этому поводу? Никогда, если вы будете хотите поступать в Санкт-Петербург, вот просто забудьте такой институт, как Техноложка. Вот просто забудьте, потому что это стопудово вы не сдадите. Никогда. Ее 2 раза уже отчисляли. 2 или 1? 1 раз ее отчисляли. Да, вот меня... ладно, тогда была реально моя вина, то, что меня отчислили. Сейчас, конечно, да, это смешно. Да, у нее она все закрыла, и буквально через за 2 недели до... Я купила диплома. Практику, я практику, короче, преддипломную сдала на 5. Короче, и у меня показывает, что у меня долг, какая-то курсовая работа. Хотя как меня могли с долгом перевести на другой семестр и дали, короче, практику проходить. И уже, типа, я в списках на ГОСы,
Но у меня долг. Просто из ниоткуда. А перед этим ей еще два предмета каких-то присобачили. Но она их решила. Но я тоже их сдала. Да. Ну, короче, бред полный. Идите в универ, только если вы будете работать по этой специальности. А так нахер он не нужен.